Жители внимательно наблюдают, как тротуар перед их домом преображается. От прежнего покрытия не осталось и следа. Старый слой асфальта сняли, укрепили щебеночное основание. Теперь бережно, словно собирают мозаику, кладут плитку. Новое покрытие абсолютно ровное, без рельефа и перепада уровня. Оно будет удобное для прогулок и для мамочек с колясками. Они здесь частые гости. Рядом находится детский клуб. Осенью, весной было грязно, лежал очень старый асфальт. Вот такой. Так что с ребенком было проблематично зайти ходить тут пешком. Теперь будет плитка, думаю, с ребенком будет намного проще, потому что мы планируем сюда и дальше ходить. Нам с Филей нравится. Да, Филя? Да. Тротуарная плитка не только удобная в эксплуатации, но и выглядит красиво. В этом году студенческий переулок отремонтируют комплексно. Оборудуют газоны. Здесь появится специальная решетка, предотвращающая стекание грунта на проезжую часть. Дорогу уже отремонтировали по всем современным стандартам. Почти полностью установлен бордюрный камень. Вскоре обновят разметку, дорожные знаки и светофоры. Также создадут условия для маломобильных граждан. Для удобства маломобильных групп населения предусмотрено устройство пандусов, устройство тактильной плитки для слабовидящих групп населения, устройство лестниц. Надо отметить, то, что до начала производства работ лестницы находились в весьма плачевном состоянии. Сейчас произошло устройство ступеней. Часть работ уже завершена. Ремонт идет с опережением графика. Планируется, что он завершится в мае этого года. Контракт двухлетний. В 2015 году выполнена работа по ремонту проезжей части. В текущем году ведутся работы по ремонту плиточного покрытия и ремонту газонов. По поручению губернатора и главы городского округа Самара оптимизировано устройство плиточного покрытия на территории города. И она оставлена, плиточное покрытие оставлено лишь на территориях, которые будут находиться на гостевом туристическом пешеходном маршруте. Чемпионат мира футбола 2018 года. Гарантия на комплексный ремонт 5 лет. Все дефекты в этот период подрядчик будет устранять за свой счет. Участки, которые в этом году ждет комплексное обновление, есть во всех районах города. Особое внимание улицам, которые входят в туристический маршрут. Сейчас также ремонтируют проспект Юных пионеров, Ульяновскую, Агибалова. В своей очереди ждут Фрунзе, Лесная, Волжский проспект. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.